Друзья, привет! Скорее всего, это и последний шопинг-влог в этом году. Поэтому давайте посмотрим, что там на распродажке еще осталось. И покажу вам. Сегодня на улице хорошая погода, снежок наконец-то пошел. Так что погнали. Обновляем пиджаки, если нет, докупаем их, очень хорошего качества, коричневые, черные, меланжевые, серые, все вышли на распродажу. Также платья из вискозы, в бельевом стиле, черные, бордовые они, леопардовые. Леопард, кстати, смотрится вполне достойно, не смотрится дешево, не пестрит. Такие платья уже давно не оставляют позиции, так что не смущаемся, что они до сих пор есть. Они и будут, просто меняются чуть-чуть фасоны, фактуры, принты. Можно их будет носить не только с пиджаками, но и с фактурными какими-нибудь свитерами или кардиганами. Собственно, если да, почему бы и нет? На хорошую скидку вышли брюки с баской. На мне размер S, чуть большеват в поясе. И, на мой взгляд, баска должна повыше быть, прям на линиях талии. Далее военная тема в пайетках платье. Представляю его с грубыми ботинками. Плюс кожанка оверсайзная, неплохое. И хорошо села. Комбинезон не сел от слова совсем, по росту не подходит, даже на модели это видно, тянет. Девушкам меньше 1,70 м может подойти, соответственно, по талии тоже не сел, вырез до пупа. Опять задумка хорошая, исполнение хромает. Длинный пиджак в клетку берем, хороший состав, хорошо смотрится, на мне большой размер, поэтому не так сел, как хотелось бы. В общем, recommendation. Эти куртки не тот момент, когда на сайте, на фото хороши. Вживую нет, особенно в синий. Цвет классный, такой яркий. Для девушек с яркой внешностью вообще идеально будет. Но вот эти мелкие детали около карманов, какие-то выступы непонятные, все испортили, поэтому нет. И немного покажу вам Zara Home. Я туда заходила, когда только начинали готовиться к распродаже, доставали еще какие-то новогодние коллекции. Ну, как всегда, все такое интересненькое, красивенькое.
Переходим в H&M, трикотажные кофты. Да, единственное, комбинируем с более широким низом. Пока у них есть скидки только на отдельные товары. Это какая-то мелочевка, чехлы, резинки, косметички. На сайте выбор побольше. У них там прямо раздел есть «Распродажа». Кто пользовался косметикой H&M? Рассказывайте, как она. Единственное, года, может, 3 назад я покупала бронзер летом и так им не воспользовалась. И мое личное открытие года – это H&M Home. Love Republic. Учтите, здесь размеры все-таки маломерят, на девушек похудее. Если честно, не мой бренд, коллекции так себе, выборочно вещи можно рассмотреть. Джинсы неплохие, убираем только ремень, надеваем хороший кожаный, черный, коричневый. Что там еще можно присмотреть? Шорты металлизированные, неплохие. Топ черный, похоже, был в Заре. И платье тоже черное, в пол, в принципе, базовое. Ветровки молнии чуть жестковат, топорщится. Если расстегнуть, получше вид. На этом с Love Republic мы, в принципе, закончим. Резерв.
В принципе, вы можете пересмотреть мои прошлые видео. Там я рекомендовала, что стоит брать, что нет. Аксессуары я померила в прошлом видео. Все-таки кольцо. Оно мне большевато, у меня тонкие пальцы. И повторюсь, сумки можно выбрать в резерв. Там есть неплохие из эко-кожи и также премиум качества. По поводу этой сумки я в инстаграме проводила опрос по фото, какого сегмента это люкс и масс-маркет. Мнения разделились 50 на 50. И чисто такие декоративные функции несут данные сумочки, маленькие, интересненькие, которые простой образ могут поставить на ступень выше, а интересные завершить. Ну что, последний шопинг-влог снят. На улице стемнело. И я только возвращаюсь. Привет, друзья! Хочу поздравить вас всех с наступающим Новым годом. Пожелать самое главное – это здоровье. Без здоровья никуда. Счастье для каждого оно свое. Уверенности в себе. Уверенности в своих людях, которые тебя окружают, внутреннего спокойствия, а потом уже хороший вкус. Идем. Ну иди быстрее. Наконец. Хотим поздравить с наступающим Новым годом. Тайсон очень желает. Уметь выходить из зоны комфорта, как сделала это я, потому что для меня очень сложно было начать публичную, так скажем, жизнь. До встречи в следующем году на шопинг-влогах и, может быть, еще на чем-то.